как только узнал, что Кыргызстан будет, сразу согласился. Это очень красиво. Посмотри, это очень красиво. Право в скале, посмотрите, водопад. Это прям масштабно, высоко, классно. Вот вам и снег в конце июня. Это мы двое. Надо просто ехать и наслаждаться. И вот мы тут наконец-то. Мы будем вместе жить, тусить и развлекаться. Ура! Гранд Киргиз Каньон. Мы находимся на высокой высоте. Мы двигаемся по направлению, ну, куда-то в горы. Расчетно там дорога должна где-то закончиться, либо не закончиться. Здесь как повезет. Скорее всего, она закончится. Чувствуем себя как местные. Как горная коза на 4000. У вас, извините, осел. Ничего себе тут. Это просто истерика! У кого арбузы? Что за люди? Купили 10 арбузов, отжали на раз, два, три. У кого арбузы? Сейчас очень важное упражнение проходит, а все подходят и помогают советами. Это то, чем страна советов отличается от обычной капиталистической страны. Включи L4, там, погладь раму, перекрести, иконки поменяй, я не знаю. Но пока вроде не помогает. Поэтому все интересно тут, я бы так сказал. И тут нас занесло, вот. Внимание, очень опасный спуск. Убедитесь, чтобы никто не перевернулся. Держи руль двумя руками, держи руль двумя руками. У нас, я бы сказал, жопа вообще в штатном режиме. Она включена в программу. Мы должны сжечь Романенко. Ну, нормально. Не без этого. Это все идет чисто по плану. Мне интересно, нет приключения. Я просто выпиваю с утра и прекрасно себя чувствую. Докажем, что спирт и спорт совместимы. Ни погода, ни понос не отменят мотокросс. Ура! Ну погоняйте, мы поржем. Хлеба, сыра, зрелищ. В ушах играет песня «Я свободен», словно птица в небесах. И просто такие красоты, как будто ты где-то на другой планете. И дождь идет, и солнце светит, и зелень, и снега на заднем плане. Ну, где еще такое можно найти? Вот это и есть свобода, которая настоящая жизнь. Кыргызстан, как Монголия, но по-русски, с русской душой. Кайф, кайф, классно. Когда мы сюда заезжали, это же было офигенно. Вот у меня прям мурашки бежали. Когда я представляла, что надо мной может быть 800 метров вода, я тут еду по этому дну, по этим камням. Ну, очень красиво, очень душевно, компания классная. Едем, наслаждаемся, классные виды. Ржем, смеемся. На мотиках, на баги, на тачках. Фантастика какая-то. Самое красивое, что может быть. This is Medway. This is what happens when you come on Medway.